Всем привет! В этом видео я расскажу вам о своем самодельном тракторе. Трактор у меня идет классический вариант, задний привод. Задний мост стоит Волга, разрезной под ступицу нового образца. Колеса задние, диски Волга, резина УАЗ. Передние колеса стандартные ладовские, 13 радиус. Резину я заднюю немного подрезал, чтобы был протектор позлее. На зиму поставил цепи для лучшей проходимости по снегу. Также есть снежный отвал, к трактору идет плуг. Мотор стоит 7 лошадиных сил, сцепление ременное, как на мотоблоке. Снег чистит, пашет, ничего нигде не буксует, ремни себя чувствуют в порядке. Дальше с ремнями идет навал, привод, на котором стоит большой шкив и маленькая звездочка. Маленькая звездочка стоит от планеты, переходящая на большую звездочку, которая стоит уже на коробке. Коробка стоит классическая, четырехступенчатая. То есть получается как двойная понижайка. На первой скорости он едет вообще шагом-шагом. На четвертой скорости 15-20 километров. Передняя подвеска у меня идет, подвеска качения. Там стоит букса, стальной болт, толстый. Ну, все крепко. Приварил, не знаю, не стал заморачиваться, все работает. Нигде ничего не гнет. Кулаки у меня стоят УАЗ Классика. Я поставил шаровые и пластинки приварил. Как бы все просто. Тяги тоже классика. Сиденье от автомобиля «Газель» от маршрутки. Рулевое управление тоже классика. Вот это я сделал газ, чтобы он фиксировался не педалью, потому что кочки там, сами понимаете, не трясло. Такой купил тросик подсоса, и вот выставляешь газ, и едет нормально. Дальше у меня идет навеска. Навеска идет с фиксацией три положения. Такая пружина обратная здесь, ручка, переходящая в тягу. Колея идет 100 сантиметров. Я не стал делать под 70, потому что трактор будет валкий. Я его делал так вот. Возле дома снег почистить, может быть, там за дровами куда-нибудь съездить. Как бы чем шире, тем более устойчив. Задняя навеска, высота подъема регулируется у меня специальными такими вот болтами. Болт примерно идет до сюда. Здесь просто так приварено. Ну, не стал заморачиваться там с левой резьбой делать. Все нормально поднимается, опускается. Потом к трактору идет вот такой плуг. Плуг однокорпусный. Тоже я не стал ничего тут придумывать. Сделал жестко его. И глубину плуга буду регулировать навеской. Вот такой трактор. Сцепление сделал педалью. Ну, ничего сложного. Вес, я думаю, примерно 250 килограмм. Кузов я обшил оцинковкой, потом покрасил кислотным грунтом и вот эмалью. Все, всем спасибо.